Ну и продолжим выпуск новостями из мира спорта. Сильнейшие боксеры из Казахстана, Узбекистана, России, Филиппин, Таиланда и Монголии встретились на одном ринге. Вечер профессионального бокса прошел в Шымкенте. Отечественные спортсмены одержали 5 побед в 8 поединках. Нурдос Тулебай и Баужан Бекмурзаев выиграли досрочно. Алишер Абдулалимов техническим нокаутом. Жолдас Женисов по решению судей. И Ельшат Нигметулла показал красивую игру и убедительную победу.